Всем привет! Только что я получил вот такую небольшую посылку и стал счастливым обладателем портативного комбика AC-AS33, так буду я его называть. Это портативный комбик для гитары и для вокала. Можно использовать его где угодно, потому что его можно питать не только электричеством, но и 8 батарейками. Посмотрим, что у нас внутри. Так, описание. Здесь у нас кабели. Попробую его сейчас все достать. Очень легкий, должен сказать. Очень легко достается все. Так, распаковываем. Все очень легко раскрывается. Вот такой у нас получился небольшой комбик. Должен вам сказать, очень легкий. И посмотрим, как же он будет звучать. Все в порядке. Облицовка все целая. Вот здесь можно будет потом подпитывать усилитель батарейками. Сейчас я это делать не буду, я подключу его к электричеству. Здесь подключается блок питания. Подсоединяем и включаем в сеть. Проверим, есть ли питание. Да, все включается. Так. Попробуем сразу все в деле. Здесь можно даже такую сделать подставку, чтобы немножко направить звук вверх. Громкость, реверберация, хорус, функции space, white. Все по-английски, все понятно. Можно включить антифидбэк, чтобы не заводился микрофон. На борту также лупер. Здесь средние, низкие, громкость отдельно для input гитары. И вход для микрофона отдельно, также громкость. Все регулируется отдельно. Микрофон у меня SM58, проверенный уже с 1987 года. Сами посчитайте, сколько ему лет. Надежный, немножко побитый, но я его очень люблю. Очень качественный микрофон для концертов. Все, по сути, можно уже все проверять. Итак, проверка. Сделаем сначала все немножко потише. Включаю микрофон и включаю усилитель. Обкатка. Первый аккорд. Какой приятный, очень приятный звук. Пока я настройки никакие не использовал особенно, так чуть-чуть только включил, чтобы был какой-то... Вот уже пошел у меня звук в микрофон. Раз, два, три, четыре, пять. Очень все хорошо работает. Можно немножко прибавить реверберации. И я тестирую сейчас прибывший мне Roland, и как я его назвал, AS33. 30-ваттный портативный комбик для гитары и микрофона. День лежит боком, пялится зло.
Ну что ж, я считаю, что гитара звучит достаточно хорошо. Может быть, еще немножко можно поработать над голосом, прибавить немножко высоких. Ну, в общем-то, это дело вкуса, опять же, но все работает замечательно. Это громкость. Громкость, я надеюсь, что да, вроде бы все в порядке. Есть еще звук, уровень звука мастер, общий для гитары и для микрофона. Это поэтому очень хорошо можно настроить, как соотносится звук гитары и микрофона, и потом уже мастером выводить на общую сумму. Можно подключить наушники, тоже очень удобно. И, в общем-то, я доволен. Звучит очень здорово, мне все очень нравится. Такой мягкий, приятный звук, очень качественный. Для этого теста использую мой древний микрофон, проверенный. Я его очень люблю, SM58 Shure. Ну что ж, теперь вот такая у меня троица, которая сделала меня еще счастливее. Это моя гитара Takamine, Shure SM58 и Roland AS33. Вот с этой троицей я теперь могу быть мобильным, выступать даже там, где нет подключения к электричеству, потому что у этого усилителя, у этого комбика есть питание от батареек или аккумуляторов, достаточно 8 батареек, и вы можете играть где угодно. Мне некуда больше спать.
Счастливое приобретение. Я очень доволен. Надеюсь, что, может быть, кого-то такой усилитель тоже заинтересует. Ищите его. Очень даже полезно подождать немного, поискать интересные предложения. Разница в цене очень большая. Вот и все, дорогие друзья. Если вам понравилась презентация, ставьте лайк, подписывайтесь на мой видеоканал или нажмите на колокольчик, чтобы всегда быть оповещенными о новых программах. Всего вам доброго! Счастливо, да, и, конечно же, наслаждайтесь этим солнечным, счастливым летом. Всего вам доброго!